unbelievable. Innocent people and journalists beaten to death in prisons. There are like thousands of people in prisons getting beaten, tortured each day. Help our people. There are innocent people are dying, and there is manifestation today in Belarus, and government permitted to use firearms against innocent people. Наша цель сегодня в основном это, во-первых, конечно же, солидарность, выражение солидарности с происходящим в Беларуси, с их стремлением к свободе, к переменам. Мы выражаем свой протест против незаконного подсчета голосов, неверного, как считаем мы, большинство жителей Беларуси, потому что многие ребята, которые здесь стоят сейчас, мы были в Атаве на голосовании буквально в воскресенье, мы отстояли в очереди по 7, по 8 часов, чтобы отдать наш голос. Мы знаем результаты экзит-полов здесь, и мы знаем результаты экзит-полов в Беларуси, они совершенно не совпадают с официальными данными. Это допекло народ давно, но белорусы слишком миролюбивые люди для того, чтобы идти на какие-то протесты. На протесты пошло изначально движение молодежи. Это те дети, которые родились уже при Лукашенко, они не видели другого президента. И у них просто уже, они смотрят на другие страны, на Европу, на Украину, то есть просто многие разъезжаются, кто-то путешествует. Они видят, как живут другие страны мира, и они понимают, что нужно что-то менять уже, у них просто больше нет терпения. Вышла молодежь, когда белорусские власти начали применять силу и агрессию ко всему этому. Ни один родитель не будет смотреть, как бьют его ребенка. Пришли многие поддержать национальности. Я знаю, что здесь есть и русские, есть и других национальностей, и украинцы, и из Казахстана даже видел ребят. Все, много людей звонят, много моих друзей звонят, и все поддерживают и говорят, что и многие не верят, что на сегодняшний день такое происходит в Беларуси. Люди, хочу сказать честно, что люди выходят без оружия в городах, крупных и мелких, и просто стоят в цепи солидарности, женщины, девушки, женщины, держат цветы, пытаются донести голос до правительства, до руководства, до милиции, остановить это бесчинство. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Сестра моя в штабе Тихановской, в группе по штабу, у них был специальный штаб, и они поддерживали все. Она выходила на всех, до сих пор на всех митингах, на первых линиях. Они сейчас, вот только, я только что с ней разговаривала, тюрьма, которая у нас там, они поддерживают людей, создавали списки, привозили еду и все в таком плане. Но я могу сказать, что... Штаб работает, да? Штаб работает, люди, да, Тихановская не выходит на связь, как они говорят, но люди работают, и они верят в то, что что-то может произойти. Что-то может измениться в этой стране. Живи, Беларусь! Больше всего то, что нас беспокоит, это волна насилия, которая прокатилась, которую инициировали власти, которые уже считаются незаконными, потому что Светлана Тихановская должна быть признана законным президентом. Многие люди были задержаны, мы получаем свидетельства как в телеграм-каналах, видео, так и от своих родных и близких, которые тоже пострадали, которые были свидетелями беззаконий. Люди находятся на улице без еды, без воды. Их жестоко избивают, очень жестоко. Даже ставят к стенке, расстреливают резиновыми пулями. Показывают фотографии. Беларусь – это мирные люди. Никто не хочет воевать. Никто не хочет воевать. Все хотят, чтобы было правда. Все проголосовали против, но какой-то очень больной человек не хочет отдавать эту власть. Как в одном фильме сказали, у вас когда-нибудь была своя страна? Я в ней ел, жил и спал. Начинает больше нормальных милиционеров, нормальных военнослужащих, которые видят, что творится на самом деле. Они просто начинают снимать с себя погоны, выкидывать свои удостоверения и просто переходить на сторону народа.
крайне сложно сказать, выстоят или нет. Я могу сказать одно. Белорусы не простят никогда этой власти, то, что он сотворил такой геноцид по отношению к своему народу. Это просто невозможно простить, это невозможно забыть. Мы хотим подать нашу петицию в премьер-министру Квебека для того, чтобы привлечь его внимание, привлечь внимание мировой общественности к происходящему в Беларуси. И мы считаем, что наша главная сила – это информация, это наше главное оружие. И мы бы хотели, чтобы это привело к каким-то нотам протеста со стороны Квебека по отношению к происходящему в Беларуси. Разумеешь ты, что и сегодня, и вчера наше место на тротуарах.